столице прошел республиканский женский форум «Женщина. Республика. Семья». Его организовал Союз женщин Коми и приурочил к столетнему юбилею женского движения в нашем регионе. Сегодня Республиканский союз женщин активно занимается благотворительностью, вопросами семьи, материнства и детства. С приветственным словом на форуме выступил руководитель администрации главы Коми Дмитрий Самоваров. Он отметил, что регион сегодня невозможно представить без той созидательной работы, которую на всех уровнях ведут участницы союза. Наиболее авторитетные общественные деятельницы по праву избираются депутатами Государственного совета, советов муниципальных образований. Эффективно работают на серьезных и ответственных должностях в органах исполнительной власти и местного самоуправления. С полной ответственностью могу заявить, что у власти республики женское лицо. Женщины республики, как отметили спикеры форума, сильно представлены во власти всех уровней нашего региона. 30% депутатов Госсовета – женщины, в правительстве и того больше 45%. 40% руководителей муниципалитетов тоже прекрасного пола. И это один из результатов работы Союза. Наша главная цель – содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной, культурной жизни страны, защита их интересов. Столетняя история женского движения сделала нас востребованной, сплоченной, активной и массовой организацией. История движения за 100 лет нашла свое отражение в книге, которую представили на форуме. Она называется «Переплетение судеб» и подробно описывает все главные вызовы в жизни женского движения нашего региона.